Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет, покажу вам с примеркой, в общем, заказ с сайта NewChic. Сейчас ноябрь, распродажи, черная пятница и все такое. Вот, так что советую присмотреться. Много позиций тоже с хорошими ценами. Так что, девочки, кому нравится, обязательно присмотритесь. И также я вам в инфобоксе оставлю промокод со скидкой на те товары, которые не входят в категорию распродажи. Так что в любом случае покупки там очень выгодные. Заказала этот заказ, у меня достаточно много вещей. И очень классные, кстати, вещи. Мне очень нравится качество. Ну и сами вещи тоже. Так что давайте все вам покажу. Все с примеркой, все ссылочки, все оставлю вам под этим видео в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Давайте покажу, что заказала. Первое, что хочу вам показать, это вот такую рубашку. Это 100% хлопок, но выделка, как будто это лен. Даже, видите, я уже постирала, погладила, и все равно есть такие небольшие заломчики. Рубашка очень классная, очень хорошо подойдет на летний период или в отпуск куда-то на морешко. Мне кажется, вообще будет супер, потому что она тоненькая, легенькая. Ну, качество мне очень понравилось. Плюс здесь есть вот такая вот, смотрите, какая. Мне вот это очень покорило. Есть в разных цветах, застежка идет вот так вот наискосок. Мне это очень понравилось, мне кажется, что это классно. Я заказала, здесь размер идет L, вот так вот это марка, наверное, да? Вот такая вот. А почему? Ну, я по размерной сетке, плюс как хочу, чтобы сидела на мне одежда. То есть хочу, чтобы посвободнее, беру побольше, хочу, чтобы более облегающее, беру, соответственно, размер в размер. Ну, она такая, видите, как бы идет к низу такая расширенная. Ну, белая рубашка, вообще белые рубашки, ну, они всегда должны быть по мне так, вот. И их много никогда не бывает, особенно у меня. Я потому что люблю все пачкать. Вот, так что такой здесь рукав идет на пуговке. Вот, сейчас примерю, покажу. Вот эта рубашка. На самом деле, по качеству она такая, как будто бы льняная, девочки. Смотрите, здесь можно побольше застегнуть. И получится вот такой вот ворот у нее. Мне, на самом деле, вот этот необычный крой рубашки очень сильно понравился. Да, такое... Как будто бы вот неправильно застегнули, да, что-то в этом духе получается. То есть здесь вот такой вот, получается, как запахом, что ли, не знаю. Я очень рада, что взяла размер побольше, чтобы вот он у меня вот так вот свободно сидел. Очень классно. Я обычно под любые рубашки, любые кофты, свитерочки, я всегда вот, вот так вот подворачиваю рукава. Не знаю почему, откуда у меня такая привычка взялась, но она есть. Вот рукав, длина рукава. Вот, в принципе, нормально. Можно было чуть-чуть подлиннее, наверное, да? У меня рост 1,65 м. Вот, вот такой вот рукав. Но видите, даже по качеству, то есть такая, видно, хлопок с выделкой под лен, да? Очень мне понравилось вот это вот. Вот это вообще обалденно. Вот, ну, если застегнуть полностью, то вот такой будет ворот. Но мне больше нравится вот так. Вот так более, сюда какое-нибудь украшение одеть. С шортиками, мне кажется, будет прикольно. У меня есть такие удлиненные шорты, но они мне уже убраны. Поэтому я одела сейчас джинсы, ну, даже с джинсами. Джинсы мне, кстати, клёш. Вот, и это тоже получается такой, как немножко расклешенный. Рубашка классная вообще, мне очень нравится. Я в последнее время стала любить очень рубашки, спортивные костюмы, и, знаете, такая странная. Вот, но мне кажется, очень прикольно она так смотрится. И сзади, видите, немножечко она как бы удлиненная такая рубашка, прикольная. Мне очень нравится, тоже вот, ну, и в городе здесь ходить, да, и куда-то поехать. Ну, в общем, класс, мне нравится. Следующая тоже рубашка, но для меня это, наверное, больше как такая туника, тоже летняя, тоже хорошо будет на пляж, хорошо будет вообще, ну, такая вот очень приятная к телу. Я, кстати, нашла, здесь есть бирочка, смотрите, сейчас вам покажу, по составу, здесь идет 65 вискоза, 35 полиэстер, made in China, да. В общем, идет вот такой цветной рисунок, здесь вот такие вот
Ну, такая застежка. Мне кажется, очень прикольно там шорты, под низ какой-то купальник, да, и вот дойти до пляжа, потому что она тоже тоненькая и при этом очень приятная к телу. Ну, и такой цветочный принт, мне кажется, вот для пляжика тоже очень хорошо. Вот, так что вот такие вот, ну, вот такие вещи я, в принципе, и так могу с какими-то джинсовыми шортиками, просто джинсами, ну, очень тоже прикольная. Вот, тоже, кстати, в размере L у меня. Ну, размерную сеточку надо смотреть для каждой вещицы. И вот эта следующая рубашка, я ее не стала тут сейчас застегивать, потому что я примерю ее и повешу уже в шкаф. Но вообще очень прикольно. Я подобные вещи вообще люблю вот, ну, на пляж идти, то есть использовать как пляжные туники. Видите, она какая у меня длинная получается. Возможно, она такая длинная, потому что я взяла размер больше, да, чем нужно. Так бы она бы сидела более плотно. Рукав очень длинный, и она очень приятна к телу. Она даже так немножечко как холодит, я бы так сказала, да? Вот, соответственно, одел купальник, и просто вот если вам дойти недолго, да, там, по территории, не знаю. Хотя, видите, она у меня достаточно длинная. Сзади тоже вот удлиненная. Можно шортики сюда какие-то беленькие или синие, или вот такие розово-красные, да, зеленые тоже будет прикольно. Можно вот так вот ее за, да, заправить. Тоже будет прикольно. Такие длинные рукава, чтобы ручки не обгорели. Она очень тоненькая. Вот даже видно, видите, у меня белье просвечивает. Но здесь не просвечивает за счет рисунка. Сзади она просвечивает. Вот. И, в общем, тут хотите застегнуть, хотите нараспашку все, как хотите. Ну, в общем, прикольно. Очень она такая, видите, она даже ткань струящаяся такая. Ну, чувствуется, что здесь есть вискоза, даже немножко холодит. Рукава можно подзакатать, как я, например, люблю делать. Но если идти на море, то, конечно, их надо ставить. Ну, прикольная вещица тоже, мне очень нравится. Например, вот так вот собрать ее. Тоже прикольно. Следующая кофточка вот такая вот с длинным рукавом. Это уже синтетика, но очень такая приятная, мягенькая кофточка. Очень приятная такая к телу. Здесь вот такой вот котик. Тоже давно я смотрела вот на эту кофточку. Я ее заказывала для того, чтобы ходить дома. Вот, мне кажется, для дома... ну, я люблю такие, я вот так обычно рукав подкатываю немножко и ношу. То есть просто такая футболка с длинным рукавом, не помню как-то. Вот, и вот такой вот котик. Ну, и полоска. Я очень люблю полоску. Давайте тоже сейчас примерю. Так, вот кофточка. Вот у нее длина рукава. Вот такая. Я, конечно, все это обычно вот так ношу. Ну, я не знаю, есть у меня такая привычка. Вот, кофточка прикольная, кстати, вот эта кисенька. Ну, буду носить ее дома. Я вообще и для дома ее заказывала. Люблю такие вещи. Дома носить, мне кажется, прикольно. Там Juicy My Light. Вот. Так что кофточка тоже классная, приятная. Ну, я, видите, взяла, что посвободней. Что-то в последнее время, кстати, люблю вещи такие посвободнее немножечко носить. Мне кажется, прикольно, чтобы не обтягивала. А так вот, вот так вот было. Касперюшечка, душечка, я тут все раскладываю, показываю. Касперюша ко мне пришел. Да, мой любимый котик. И второй котик пришел тоже. Помощники мои. Помощники мои сладкие. Так, Леушка будет мне помогать, да? Вот. И следующее тоже давайте из домашнего. Вот такую вот ночную пижамку. Я уже заказывала не первый раз ночные сорочки, ночные пижамки. Даже халатик у меня есть с сайта New Chic. Мне очень нравится качество. Вот это все достаточно плотное. И кружево. Кружево очень мягкое вот это вот. Очень приятное. Нигде ничего не колет, не давит. В общем, классное. Здесь вот ленточка, ну, завязочку сделать. И кверху идет вот такой топ. Внизу на резиночке, выточки есть. Мне кажется, на любую грудь подойдет. И здесь вот такое вот тоже кружево. Кружево очень мягкое. Посмотрите, швы тоже ровненько сделаны. Вот. Ну, здесь вот немножечко, да. Вот, ну, очень приятное к телу. И идут вот такие лямочки, которые, кстати, вот здесь вот отстегиваются. Можно крест-накрест, например, сделать. И, соответственно, они регулируются. Это резиночки вот такие. Вот, так что вот такой топ. И к этому всему еще идет вот такая маска. Вот, ну, маска такая. Здесь вот не очень аккуратненько она, конечно, сделана. Тоже с таким вот. Вот. И на... ленточки вот такой вот она завязывается. Ну, конечно же, котику моему тоже все надо, да? Все тебе надо, Левушка.
Вот, сейчас тоже примерю. Вот, покажу, как смотрится. Ну, прикольно, мне очень нравится. Вот, ну, одела на нижнее белье, с вашего позволения. Да, животик он у меня есть. Фигура, ну, как говорится, не пропьешь ее, никуда не денешь. Все хорошо, но очень классно. Вообще, как-то мне писали про всякие пижамки и тому подобное. Я вообще без всего бы спала. Обожаю спать одна и без всего. Но статус мне не позволяет так делать. Вот, так что вот такой вот. То есть здесь, видите, очень много места. Вот, подойдет и на большую грудь. Вот, ну, естественно, ничего не поддерживается. Но и когда вы спите, и поддерживать-то ничего не надо. Поэтому здесь просто получается у нас, ну, прикрыто все. Да, соответственно, здесь нужно вот так повыше немножечко. Ну, в общем, оно повыше в любом случае задерется. Так что вот такая вот, такая вот красота. Мне нравится очень. И также заказала два джемперочка. Один из них вот такой вот. Он укороченный. Здесь вот такая резинка. Очень прикольная вот такая вязка. Мне очень понравилась. Смотрите. Ну, он такой легенький. Я подобные вещи обычно на какую-то маечку одеваю или, ну, что-то такое. Он укороченный. У меня есть джинсы с высокой талией. И вот вместе с ними просто супер. Рукав, кстати, хорошей длины. Тоже такой манжетик. И рукав, он, как вы видите, вот такой вот, ну, как бы расширенный такой. Очень люблю такие рукавчики. Мне кажется, очень классно. Вот. Ткань очень такая приятная. Похожа на хлопочек. Ну, здесь, по-моему, нет бирочки. Да, здесь нет бирочки. Но похожа на такую хлопковую ткань. Вот. Очень прикольно. Я сейчас примерю. Горлышко закрыто. Все, как я люблю. Так, вот этот свитерочек с джинсами высокой талии. Очень даже классно смотрится с такими темными синими джинсами. Вот такая голубая кофточка. Она, да, укорочена. Будете поднимать руки, будет все видно. Вот. Но, не знаю, прикольно. Вот эти рукава прикольные. Мне часто любят писать, что в моем возрасте и с моей фигурой такие вещи носить нельзя. Девочки, в моем возрасте можно все. Вообще. Главное, чтобы перед внуками стыда не было. А так можно все. И вам тоже можно все. В вашем возрасте в особенности. Так что все хорошо. Вот. И, в общем, свитерочек очень классный. Нравятся мне вот такие рукава. Я вообще обожаю вот такие рукава в любой одежде. Если есть вот такие рукава, я, не раздумывая, возьму. Обожаю. Вот. Тоже стоечка вот такая. То есть горлышко закрыто. Ну, здесь, соответственно, белье. Белье видно, конечно же. Вот. Ну, как иначе. Как иначе, да. И следующий такой джемперок. Вот это вообще очень классный, очень мягкий, приятный к телу. У меня есть несколько джемперов с сайта New Chic. Я их с удовольствием ношу, с ними ничего не происходит. Вот такого молочного цвета. Я взяла тоже такой побольше, чтобы он, видите, был такой, ну, не облегающий, что можно было под низ для тепла и футболку одеть, и все что угодно. В общем, тоже хороший длинный рукав. И он идет как вот прям свитер такой, да, вот такой воротник, стоечка здесь, вот эти косички, но очень классный, мягкий, приятный к телу, очень такой прям мягкий-мягкий материал. Всем советую вот такие вот свитерочки. Сейчас тоже покажу, с джинсиками можно, с брючками, со всем чем угодно. Вот, очень классно. И вот этот свитерок, это вообще огонь. Реально, девочки, всем его советую. Я взяла, видите, побольше. И он вот так классно сидит. Резинка. То есть она достаточно такая плотная. То есть, видите, можно и как бы повыше, да, чтобы здесь вот такая, ну, как вот, да, было. И можно вниже опустить, и будет такой удлиненный свитерок. Слушайте, ну это вообще класс. Прям на горнолыжный курорт надо, да? Ну, что-то в этом духе. Вот. Главное мечтать, обязательно все сбудется. Очень высокое вот это горло, это для меня вообще супер. Я извиняюсь, я лохматая, я просто тут еще мерю все и, соответственно, разлохматилась, как всегда. Вот, свитерочек очень классный, очень и с джинсами, и с любыми брюками, вообще идеально. Особенно с коричневым, у меня есть такие коричневые еще теплые брюки, с ними вообще будет сочетаться. Длина рукава хорошая, спущенный вот такой рукав. Сидит потрясающе. И вообще по качеству своему такое ощущение, что здесь какой-то в нитке в составе есть кашемир какая-то или что-то такое. Очень приятный, мягкий к телу и достаточно теплый. Вот, так что этой зимой буду с удовольствием вот такой свитерок. Даже сейчас у нас уже сейчас холодно. Поэтому буду ходить с огромным удовольствием и с джинсами, и с брюками, и со всем чем угодно. Смотрите, какой красавчик тут у меня сидит. Лапки так сложил. Прям красотуля. Да, Левушка? Кс-кс.
Вот такой красавец у нас живет. Да? Ты красавец? Так что вот такой вот у меня получился заказ с сайта New Chic. Мне очень все понравилось, так что буду с огромным удовольствием носить. Что-то у меня для дома, что-то для пляжа, что-то сейчас ходить. В общем, классно. Но к морю надо всегда готовиться, даже если не планируете поехать. Я не знаю, куда мы в следующий раз поедем в отпуск, но я должна быть всегда готова. Вот, как-то так. Так что не забывайте, что все ссылочки оставила вам внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч.